Депутаты Московской областной думы присоединились к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Первый зампред Лариса Лазутина голосовала в Одинцовском кампусе МГИМО. Конституции, по которой мы живем уже 26 лет, и я думаю, что сама жизнь уже диктует нам определенные изменения. И поэтому конституционная норма о том, что дети – это важнейший приоритет государства, я думаю, что это одна из основных норм, которая для нас, для всех очень важна. Дмитрий Голубков голосовал в Усовской школе. Парламентарий уверен, каждая из поправок важна. Поэтому прийти на свой участок должен каждый, вне зависимости от мнения, и высказать свою гражданскую позицию. Делить на важное и неважное я не стал бы. Я хочу сказать, что все важное. Но я для себя вижу те вектора, которые последние годы, десятилетия в нашей стране есть, в промышленных организациях, когда промышленность развивается, развивается инфраструктура, идет масштабное строительство в стране. Я считаю, что это правильно, это надо поддерживать. И такие тренды, конечно, их надо всячески укреплять. Ранее парламентарий отмечал, что голосование проходит в атмосфере максимальной открытости. Елена Морозова, Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».